Ну а в Киеве тем временем внимание к себе вновь привлекли радикалы. Они устроили митинг у стен Верховной Рады. И на мирный протест это было мало похоже. Активисты националистических организаций жгли дымовые шашки и фаеры, стучали палками по железным бочкам. Главным их требованием было лишить неприкосновенности 6 депутатов, подозреваемых в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Однако большинство парламентариев в итоге согласились делать это лишь в отношении 3. И добавлю, киевская полиция, несмотря на данные медиков о нескольких пострадавших от ожогов во время акции, заявила, что никаких грубых правонарушений зафиксировано не было.